У меня не получалось и первые разы, потому что это не держалось, все падало. Вот у меня есть фотографии, как я просто сделала. Я думала, что это торт будет на Новый год, а получился просто блин какой-то с киви. Мама говорила, что это просто хобби, и на этом не заработаешь, потому что это просто увлечение. Когда мама умерла, много чего поменялось, в мыслях особенно. Много помощи пришло, много заказов пришло. У меня на весь февраль, на весь этот конец есть заказы. На март тоже есть. Предоплату тоже сделали. Я так рада, что это все так случилось. Я обожаю это дело, просто кайфую с каждого момента.